Привет! Делаем обзор на снаф из Индии. И сегодня у нас снаф с добавкой шоколада от компании Six Photo снаф. И снаф, бодрящий снаф с добавкой кофе и мяты. То есть такое среднее между бодреньким и успокаивающим снафом. Эти снафы относятся к полусухим снафам и ближе по влажности к снафам medicated, но чуть пободрее. Имеется в виду, что они не такие влажные, но, конечно же, они не такие, как белый слон сухие. То есть подходят для любого снафа. Потому что белый слон — это слишком специфичный табак. Он, конечно же, не всем подходит, кто любит снаф. Эти снафы производства компании Six Photo, которая производит уже около 100 лет снафы. Мы посещали их фабрику, осматривали, как они производят снаф от и до. То есть они выращивают целые поля табака. В данном случае мы посещали табак Flukerit. Вирджиния – это как раз выращенные в средних широтах Индии. Берли, например, это снаф, выращенный на юже, в южных штатах Индии. FCF – выращенный совсем на юге, чуть ли не на экваторе. Sankurit – снаф, он выращенный в северных штатах Индии. То есть более… ну, они одним словом отличаются, эти табаки. Sankurit, Flukerit, Вирджиния, Берли и FCF. Здесь не такой крепкий табак добавлен. Делается упор на повседневное употребление этого снафа. Просто понюхать и взбодриться. Шокулиус — это для любителей шоколадного вкуса, то есть он приятный на вкус, табак легенький и приятный. Снаф Coffee Kick дословно переводится как кофейный удар, бросок. Он более темного цвета, потому что здесь все-таки добавлен и кофе, и мята. И в то же самое время он такой немножко успокаивающий, потому что мята, она успокаивает. То есть можно… я нюхаю обычным способом, просто накладываю на тыльную часть руки ворочкой и вдыхаю не сильным вдохом, чтобы снаф именно оставался в пазухах носа. Чтобы снаф оставался в пазухах носа, а не летел куда-нибудь там в горло или в носоглотку. Можно, некоторые используют различные трубочки для снафа. То есть вот так используют. Такие узкие, широкие. Есть также такая установка для снафа, но я не использую. Это для каких-то совсем серьезных ребят. Накладывается на тыльную часть ладони и вдыхает спокойно. Делаем паузу, вдох, и наслаждаемся приятным чувством бодрящего снафа. Здесь, как я и сказал, добавлен кофе, немножко шоколада, кстати, ну, потому что кофе — это и есть шоколад, и мята. И получается такой приятный, спокойный снаф. Там немножко легкое послевкусие ментола. Ну, потому что ментол, он немножко освежает. Ментол, он получается, немножко освежает. Вот. Поэтому этот снаф подходит для такого повседневного употребления. Легенький и спокойный.
Предупреждаем, что СНАФ, конечно же, вреден для здоровья, поэтому нужно определить, чтобы не было чрезмерного потребления и чтобы СНАФ не вызывал какой-то аллергической реакции.